16 лет поддержки добра, более миллиона рублей пожертвований. Эти деньги, собранные в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих», пошли на адресную помощь людям с ОВЗ. На пожертвования закупили необходимые инвалидам спортивные тренажеры и инструменты. Проект, придуманный клубом «Лотос» молодежного центра, прочно занимает свою нишу среди социальных проектов Сарова. В этом году активисты решили раздвинуть рамки и выдвинули его на соискание международной премии «Мы вместе». И первых успехов в этом начинании «Лотос» уже достиг. Региональный этап было отобрано 191 заявка, из которых всего лишь 25 прошли в полуфинал регионального этапа. То есть мы попали в полуфинал, одни из немногих счастливчиков. Город единства непохожих – это история, которую создает не только «Лотос». В этом начинании помогают многие добровольческие организации. Проект – это одно большое доброе дело. К тому же он помогает в деле социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект собрал за 16 лет порядка 15 тысяч людей, вовлеченных в этот проект. То есть кто-то помогал, и помощь была разная. Кто-то помогал материально, кто-то информационно, кто-то непосредственно участвовал в наших мероприятиях и помогал их организовывать. Этот проект сблизил людей, как молодых людей с ограниченными возможностями, так и их здоровых сверстников. Теперь активистам нужно подготовить смету мероприятий в рамках проекта на следующий год, снять видеоролик и прислать в оргкомитету 28 августа. В сентябре подведут итоги, огласят список тех, кто попадет в финал. Проект долговременный, и мы не собираемся останавливаться, мы и дальше будем его реализовывать. В любом случае, получим ли мы эту премию, потому что премия предполагает еще денежные вознаграждения на реализацию мероприятий в рамках проекта в следующем году. Этот проект будет работать в любом случае. В этом году в рамках «Города единства непохожих» «Лотос» планирует совместно с «Теплым домом» и 9-м интернатом провести творческие встречи. Завершит марафон 2022 благотворительный спектакль студии молодежного центра «Театралка» в декаду инвалидов. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».